у нас, як завжди, експерт у студії, експерт з краси. Наталія Семенюк сьогодні до нас завітала, і ми будемо розповідати, як же ж зберегти свою красу улітку, як бути прекрасною і зачаровувати, і привертати погляди інших до себе. За допомогою обличчя і класного макіяжу. Доброе утро, Житомир! Доброе утро, все телезрители! И сегодня мы поговорим о летнем легком макияже. И сегодня нет у нас модели, мы просто очень много вопросов, как и что, к чему, и мы просто решили сегодня сделать такое интервью, скажем так, да, по поводу косметики, по поводу брендов, что-то покажу, что-то про что-то расскажу. Але наперед скажу, що сьогодні буде досить багато практичних питань і практичних відповідей, які допоможуть кожного дня бути красивим. Отже, і почнемо з основи, так, який повинен бути тон влітку, саме що потрібно використовувати? Смотрите, в зависимості, конечно, от типа кожи. Якщо же у вас проблемна кожа, тон, конечно же, должен оставаться достаточно, ну, скажем так, плотным, потому что он не перекроет проблемы, если это будет легкий. Если же нет видимых проблем, скажем так, просто девочка хочет скрыть синячок, выровнять тон кожи, тогда будет вполне достаточно CC, BB, сейчас уже тоже есть крема. Они обязательно такие с увлажняющим эффектом, легкие очень по текстуре и приятно наносится, и при этом не вредят совершенно коже. То есть можно такие, есть даже тона такие, как пенки, легкий мусс даже, вот тоже можно использовать на лето, чтобы не перегружать кожу. И чтобы от плотных текстур не было потом проблем с кожами летом, скажем так. Скажи, а якщо така є вирогідність, що якщо на обличчі є тон, а тут мінімум одежі, чи буде загорати все, а обличчя залишається білим? Взагалі скажу з практики, кожа теж загорає, на самом деле. Да. Навіть під тоном? Да, смотрите, тона теж не є с SPF защитой. То есть специальный в тон добавляют SPF, чтобы кожа не сгорала, например, на солнышке, да, но при этом хорошо пропускала загар, скажем так. То есть нету такого, что лицо от тона становится белым. Нет, оно тоже загорает. Просто оно не сгорает так быстро. Допустим, носик, вот как часто, да, если без тона, раз, сгорел нос, и все, ходишь уже красненько. Тобто навпаки, це як захист да, на нашу да, шкіру. Да, защита так. Кожи, конечно. А ось про зволоження, чи сухий більше треба, щоб підсушуючий тон? Ну, подсушивающий тон, даже если это жирная кожа, не рекомендуется, потому что он, получается, может кожу обезводить. То есть это не совсем есть хорошо. В первую очередь, пусть лучше будет увлажняющий, лучше лишний раз промокнуть матирующей салфеткой, если где-то возник блеск, да, нежеланный. То есть можно спастись таким образом, но он все-таки должен оставаться увлажняющим, чтобы кожу не испортить во время лета. Вот. Можливо, ти порадиш, які потрібно використовувати тона для проблемної шкіри, або взагалі, чи варто їх використовувати влітку саме, тому що це спека і може щось потікти, може розмазатися. Зазвичай витирають руками піт або, ну, розумієш, да, як, конечно, як з цим буде? Смотрите, самое главное, можно использовать тона, но самое главное, это обязательно вечером правильно очистить кожу. То есть должно быть средство, а может быть и несколько, которые хорошо вымоют тон с лица. То есть кожу нужно очистить, все поры, потому что у некоторых есть очень пористое лицо, да, глубокие поры. И вот надо вечером, можно тоником, можно скраб, можно какие-то есть средства 3 в 1, да, которые вымывают хорошо, очищают кожу. Потом напитать ее разными кремами и только тогда уже ложиться спать. И тогда ничего не страшно.
страшно. Не страшный тон, который там был даже слегка перегружен для кожи. Mm-hmm. То есть вечером, если все мыть правильно, ничего страшного не случится. Mm-hmm. Взагалі, макіяж і повинен бути який? Яскравий більш? Які тона потрібно використовувати влітку? Наскільки вони відрізняються від зимового макіяжу або осіннього? Ну, звісно, літом можна взяти ярче. Ярче. Может быть, малиновый, как у меня сегодня губки, да, прям в тон маникюра, скажем так. То есть можно использовать ярче цвета. Конечно, зимой это выглядит слегка, ну, как-то не в тему, я бы сказала так, да, а летом можно брать и терракотовые цвета, и персиковые, и абрикосовые. Конечно, это освежает. Допустим, в плане макияжа глаз я бы рекомендовала использовать, допустим, там, цветные стрелки. Допустим, не обязательно, ну, не всем глазам подходит там просто зеленая стрелка, например. Можно сделать двойную зеленую и провести черную стрелочку, чтобы добавить глубины глазику. То есть, скажем так, экспериментировать. Можно не бояться брать ярче и голубые цвета, и синие. То есть вот пестрое можно спокойно использовать. Щодо помады. У нас минулого разу була рубрика, який тон помади використовувати. І був трошки такий темнуватий фон. Да-да-да, ми з моделлю вирішили, тому що вона така дівчинка, любить поярче помаду, і ми, скажімо так, показували варіант темної помади, тому що вона все одно залишається модною, як би там ні було. Но на літо дуже легко сприймається, якщо вона світленька, нежна, ненавязчива. Я тільки за таку помаду летом. Або взагалі блиск. Да, 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 блиск теж дуже натуральний. Да, натуральний. Да, да, да. Я думаю, що натуральний буде взагалі завжди в моді. Да, правильно? Да. Чи, якщо чиста шкіра, якщо немає якихось подразнень, да, якщо не пересушена, треба доглядати за собою і використовувати натуральні кольори, да. Це навпаки буде приваблювати людей. Да. Скажи, чи потрібно використовувати хайлайтер? Це таке цікаве питання, тому що деяким дівчатам подобається так десь висити, десь якісь місця виділити. Ну, смотрите, если летом вы знаете, что у вас комбинированная или жирная кожа, то я бы не советовала использовать хайлайтер, потому что выйдя через час на улицу, да, через час вы обнаружите, что вы сильно-сильно блестите. Потому что хайлайтер, он дает блик, но он дает правильный блик, там, где нужен. И он не предусматривает того, чтобы кожа была жирной и блестела сильно. То есть он выигрышно смотрится, когда матовое лицо и поставлен блик. Но если у вас комбинированная и жирная кожа, тогда лучше не использовать, потому что он будет блестеть все лицо, и особо сильно будет блестеть там, где вы добавили хайлайтер. Понимаете? Mm-hmm. То есть будет двойной эффект блеска, скажем так. То есть это не совсем будет эффектно выглядеть. Вот. Ну, я думаю, что нужно экспериментировать, пробовать, смотреть, как получается. В крайнем случае, никто не отменял компактные пудры. Можно взять с собой компактную пудру, если вдруг заблестели, припудриться. То есть ничего страшного нет. Я думаю, что девочки могут пробовать. Особо літо. Да. Спека, море. Чи варто використовувати водостійку косметику, водостійку туш, щоб, ну, ти виходиш з води і так як модель і нічого не змилось? Звісно. Якщо в плані говорити легкого макіяжу, да, і ви знаєте, що ви їдете на море і ви будете купатися, но при этом должны быть накрашены ресницы, конечно, можна использовать водостойкую тушь. Главное её правильно подобрать, да, нужной фирмы, чтобы она не скатывалась. Если говорить в плане профессионального макіяжу, у меня есть текстуры, допустим, это можно использовать аквагрим, гелевые подводки для создания макияжа, с которым можно купаться и с которого выходишь из воды накрашенная. То есть нигде ничего не течет. То есть вот такие вот есть текстуры, с которыми можно
спокійно плавати, скажімо так. Тобто ось такі практичні поради від Наталії Семенюк, нашого візажиста, нашого експерта з краси. І я ще раз повторюсь, що не буває некрасивих жінок, бувають жінки ліниві, так, які просто десь ліньки доглядати за собою і використовують, ну, так не знаючи. Тому будьте красивими, використовуйте наші поради, залишайтесь телеканалом СК1, це «Ранок-сніданок», ми продовжуємо. Thank you.